Перед стрельбами нужно изучить цель, направить все внимание на мишень и приготовиться к атаке противника. Боец военно-технической школы Константин Мартынов готовится к стрельбе. Главное, по возможности, точно выбрать расстояние, спокойно прицелиться и плавно нажать на спусковой крючок. Бойцы работают с боевым оружием, автоматом Калашникова. Какие навыки я здесь получил? Навыки строевой подготовки, навыки огневой подготовки, разбор, сбор автомата, заряжение по магазинам патронами, броски гранат, вот, подъем. Необходимые навыки за 40 дней, конечно, не все, конечно, мы их получаем, вот, но основное мы, конечно, получили, да. Следующее упражнение – стрельба с ближнего расстояния. Бойцы работают в паре. И здесь главная задача – поразить мишень быстро. Вводных для курсантов много. Ребята должны показать умение воевать в окопе, обезвредить танк гранатой, который якобы находится в 20 метрах. А на этом рубеже самая главная часть обучения. Для бойцов в ВТШ установили 10 мишеней. Из автомата Калашникова нужно попасть в яблочко. Уже после боя бойцы ВТШ свою усталость не показывают. Наоборот, помогают своим сослуживцам, где гильзы собрать, а кого морально поддержать. Курсанты, а их 70 человек, понимают, что для защиты Родины необходимо многое знать. Уметь обращаться с боевым оружием, овладеть воинскими навыками. В военно-технической школе служба проходит за 40 дней. По окончанию на руках военный билет. Каждый из них, обучаясь на нашем филиале, по окончании получит сертификат с присвоением квалификации стрелка, а также получит военный билет, в дальнейшем возможность будет трудоустроиться в государственной службе. Каждый боец по окончанию ВТШ получит звание рядовой запаса, но при желании может продолжить службу уже по контракту в действующей армии. Шудин Саидов, Нурхалик Ушаналиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрад».